Здравствуйте, уважаемые игроки, поклонники легендарной серии The Elder Scrolls. Я Вячеслав Котляров и хочу вам представить свой дебютный проект Path of the Devil. Сюжет моей работы начинается прямо с трюма корабля. Мы подходим к мостику и видим сообщение, которое ранее вы не встречали в игре. Подойдите к Эрениму и нажмите Е, чтобы поговорить с ним. Вот, раз вы можете выбрать себе по прибытию. Ну вот, смотрим, напротив нас стоит такой мах. И сразу сообщает вот такой диалог. Ну, в двух словах, он нам дает некий контрабандный товар, который с его слов нашему персонажу будет гораздо легче пронести, нежели ему. Работу я свою делаю уже на протяжении многих лет. Проект бесконечно замораживался, размораживался. И тем не менее, те, кто столкнулись в игре с небольшим отрывком моей игры, в какой-то мере, может, будут рады, увидевши этот ролик и узнавши, что автор все-таки продолжает делать продолжение. Ну, честно вам скажу, в данном случае это не продолжение. Парадокс Path of the Devil заключается в том, что я вам сейчас буду показывать не продолжение, а начало. Дело в том, что то, что было в интернете, это в большей степени продолжение этой модификации. Ну, как видите, все здесь пока что по стандарту, разве что наш, так сказать, кто нас встречает, иначе одет. Ну, вначале какие нововведения? Выбрать информацию напрямую. Создать свой класс. Назад. В игру я добавил парочку новых классов. Друид. Ну, как мне кажется, я друиду подобрал все, что нужно в главные навыки. Вот, я рассудил так, раз есть в игре шаманы, почему бы не быть в игре друидом. Вот. Кстати, класс шамана также присутствует. Можно его выбрать и спокойно играть им. Он в игре есть, но он не был доступен игрокам. Также я добавил еще один класс, который также был в игре. Это невидимый боец. Всего лишь, если не ошибаюсь, 8 НПСов в игре были с таким классом, и игроку он был недоступен для прохождения. Выбираем невидимый боец, потому что я его как бы рекомендую для прохождения моей модификации. Вот. Ну, нам сообщают, что все очень хорошо. Вот. Также я добавил еще один знак зодиака. Назвал его Темный Лорд. Также его рекомендую для прохождения этой модификации. Если вы обратили внимание, нам не удалось пройти по мостику и столкнуться с стандартом выбора расы. Ну, расу, если вы обратите внимание, не составляет труда выбрать, так сказать, по месту прибытия. Всегда предпочитаю играть бреттонами. Ну, в первую очередь в свое время выбирал бреттона исключительно за то, что у него 50% сопротивления магии. Вот, скажем, такая мощная иммунная система. Все свитки в игре, даже самые незначительные, теперь повышают навыки. Вот. Идем дальше. Кстати, впереди стоит джуп. Ну, неизвестно, каким образом он так быстро переместился. Он нас уже поджидает переодетый, переобутый. Откуда-то знает про чашу, просит ее продать. Ну, по всей видимости, подслушал наш разговор. И, ну, как бы это мой небольшой
типа шутка юмора, вообще, конечно, не стоит продавать ему чашу. Но тем не менее, даже если мы его не продали, он нас принимает уже в гильдию, которая ранее была недоступна. Камонотонг. Она существует в игре, но присоединиться к ней было нельзя. Стандартная процедура. Берем колечко. Идем дальше. Вот, здесь тоже без особых изменений. Если хотим вырваться, ничего не получается. Опять сообщают, что нужно поговорить с Грабиусом. Быстренько с ним разговариваем. Получаем задание. И направляемся. Вот, здесь нас ждет сюрприз. То есть мы не вышли на улицу, а вышли какой-то предбанник. Здесь нас ждет Эриним. Ну, не будем экспериментировать, выкладывать чашу. Если у нас чаша не будет в кармане, он, конечно, будет недоволен. Поэтому мы быстренько ему отдаем вещи и узнаем, что он нам может помочь быстро добраться к Кайо Касадесу. Вот. Кайо Касадес. Также отдаем ему все бумаги, получаем всевозможные призы, плюшки. Он нам сообщает, что перед тем, как сотворить свои добрые дела, есть у него специальное задание. Вот, в данном случае это добыть легендарный артефакт. Нажимаем путешествие и перемещаемся, становимся, так сказать, на зыбкий путь. Ну вот, непонятно, был ли это мираж, был ли это не мираж. Вот такое зло выбежало из тумана, сообщило нам, что будет следить за нами, и когда мы все-таки сможем добыть этот чудесный артефакт, это зло придет и заберет этот артефакт. Ну, дневник дополнился стихом, я, извините, если вы не против, его зачитаю. «Но что грустишь, мой вечный странник, опять неверный выбрал путь. Ты участи лихой изнанник, тебе назад не повернуть. Уже не жалуйся больше, что ноги все избиты в кровь. Превозмогая боль, как прежде, ты продолжаешь свой путь вновь. Кто знает, может, след кровавый увидит тот, кто вслед идет. И он поймет, нет смысла прямо, и он с дороги повернет. Но сбила с ног тебя усталость, кружатся вороны беды. И все, что от тебя осталось, твои кровавые следы». Вот. Ну, как я вижу, моя модификация, по всей видимости, займет не одну серию. Поэтому продолжение следует. Вот. Перейдем, как говорится, ко второй части просмотра работы Fat of the Devil. Итак, мы подходим к финальной серии рекламного ролика Fat of the Devil. Напоследок я, наверное, пробегусь, как я уже ранее говорил, по довольно таким большому городу Керадиил. Вот. Ну, что я могу сказать в завершение? Постараюсь быть краток и понимаем. Чтобы создавать работы такого масштаба, естественно, нужно время. И довольно-таки очень много времени. Когда я им располагаю, естественно, я стараюсь посвятить его полностью своей модификации. Поэтому, как бы это грустно ни звучало, четких, как говорится, цифр даты выхода назвать, к сожалению, нет никакой возможности. А выкладывать опять очередной раз сырую недоделанную версию модификации в интернет не хочется, потому что мне
Как бы за предыдущую перед игроками неудобно. Я еще очередной раз приношу свои извинения за то, что выложил сырую версию. Парадокс ее в том, что она на самом деле выкладывалась не для игроков, а для людей, которые, как и я, занимаются созданием продолжения игры Morrowind. Потому что одному крайне сложно создавать. Один в поле не воин. Вот. И, по сути, и этот ролик, он исключительно для того, чтобы привлечь внимание, потому что будет очень жалко, что многолетние работы так и останутся всего лишь на этом ролике. Никто их не увидит. Вот. Ну, что еще в завершении сказать? Искренне надеюсь, что сейчас, как говорится, уповаю на чудеса, что у меня будет появляться в будущем как можно больше времени, чтобы создавать продолжение модификации. Вот. И, как говорится, настраиваюсь исключительно на позитивчик, потому что только веря в успех и в удачу, я думаю, мне удастся завершить начатое дело. С вами был Вячеслав Котляров, создатель уже в какой-то мере известной модификации Fate of the Devil. Спасибо за внимание.